Всем привет, ребята! Вы на канале Санишка Играем Вместе. И сегодня мы с вами продолжаем играть в игру Сиреноголовый. Как мы его с Санишкой называем. Игра Культ Криптидов 2. Начало. И, ребята, значит, мы с помощью аккаунта мамы Санишки, я зашел на чердак из предыдущего видео, нажал там рубильник и остался на чердаке с аккаунта мамы Санишки. Вот, а с Санишкиного аккаунта, ребята, я записываю этот ролик. И да, у меня все получилось. Я сделал день в Сиреноголовом. Ребята, вы можете теперь насладиться вместе со мной. Вместе со мной можете насладиться днем. Нам помог это также еще наш друг Матвейка. Вот, но он сейчас вышел, чтобы мы могли записать ролик. Посмотрите, днем, конечно, ребята, поприятнее играть. Совершенно, ну, не так страшно. Плюс все чудища видны, все криптиды тут видны. Вот. Давайте немножечко побегаем. Попробуем записать ролик. Так, здесь где-то Йетти, по-моему, тут обычно бывает. На этой горе. Смотрите, нереально, конечно, красиво. Там что-то я уже вижу. Ребята, что-то уже вижу. Смотрите. Здесь какая-то то ли... Да, здесь шоссе. Это дорога, которая тут в Swan River показывает. Откуда мы приехали, похоже, ребята. Так, давайте пробежимся. Посмотрим вообще окрестности. Так, смотрите, какие-то статуи. А вон Йетти бежит, ребята, вы видите? Надеюсь, он нас не видит. Йетти пробежал. Пробегает, вы видели? Да, днем, конечно, совершенно все по-другому. Места для инвалидов тут видны. Это еще что такое-то, какой-то червяк. Горки, ребята, смотрите. Вообще, конечно, красиво тут можно покататься. Горки. А вот, ребята, еще тут, смотрите, кое-что есть. Да. Маска Терезы. Тереза Маск. Так, ну это горка, Санишка считает, что горка SCP, что если с ней... Горка-пожиратель, что если туда прокатишься, то ты оттуда уже не... Что в ней пропадают люди. Так, ну я не буду, ребята, это испытывать. Я посмотрю, что здесь дальше есть у нас. Так, здесь у нас, похоже, магазинчик. Какой-то центр торговый, да? О, ребята, вы видели, у меня вышел планшет, представляете? У меня вышел, ребята, планшет. Я специально хотел для вас записать день. Вот, ну, к сожалению, все, что... Смог, все записал. Иначе, ребята, придется опять перезаходить. Опять перезаходить, опять делать день с помощью помощника. Ну, надеюсь, что все-таки вам это видео понравилось. Вы поставите лайк, нажмете на колокольчик. И всем пока!